Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Тольяттинский хоккеист уедет играть в Национальную хоккейную лигу. Гоночная «Лада» стартовала в чемпионате страны. Крылья Советов проиграли четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Крылья Советов проиграли четвертьфинал Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу португальской Браге в серии пенальти. Основное время поединка завершилось в ничью 3-3. Не повезло самарской команде, и в матче за первые восьмые места она потерпела поражение от московского «Локомотива» со счетом 3-6. Нижегородское кольцо встретило на первом старте чемпионата и Кубка страны по турингу 12 пилотов и 5 команд. За «Ладу» гонялись Дмитрий Брагин и Михаил Митяев. Начинали они с 8 и 5 мест, соответственно, финишировали после массовой аварии на трассе 5-м Брагин, 7-м Митяев. Денис Гурьянов подписал 3-летний контракт со звездами Далласа из Национальной хоккейной лиги. Подробности соглашения пока не разглашаются. Воспитанник тольяттинской «Лады» в прошедшем сезоне КХЛ сыграл 47 матчей и набрал 5 очков, 4 гола и 1 передача. В молодежке в 71 матче заработал 51 очко, 29 заброшенных шайб и 22 паса. В июне 2015 года Гурьянов в первом раунде драфта НХЛ был выбран Далласом под общим 12-м номером. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.